я хочу поблагодарить всех участников сегодняшних соревнований, ребятишек, которые показывали сегодня великолепную игру, преподавателей, родителей, всех тех, кто сегодня находился здесь, на нашем стадионе. Хочу сказать огромное спасибо за тот азарт, за то желание, которое вы сегодня проявляли на футбольных полях. И надеюсь, что после этого турнира вы увезете у себя в сердце частичку «Спартака». Ждем вас на нашем новом стадионе в Тушино. Очень сильно настраивались, конечно, и свечку ставили, все как вся атрибутика, чтобы все было в нашу пользу. Специальная тактика разрабатывалась, и ребята молодцы, все выдержали. Серьезный результат, то есть не серьезный, а, как говорится, 1-0 и 2-1, то, что в финале мы отыгрывались, волевая победа. Уже так как бы случалось на уровне округа. Сейчас это просто вот счастье, тем более я болельщик «Спартака» еще с давних пор. Вот. И сейчас наконец-то вот первое место на уровне как бы Москвы, Спартак Москва. То есть очень приятно.